Я его где-то видел. Нос у него клёвый. Ага. Всем, ребята, привет, здорово, с вами Витёк, и это снова они. Тролли. Troll Face Quest, ребят, игра. Игры... я даже не знаю, сколько там уже серий. Да 15, наверное. В общем, вы их все можете... Все эти игры Troll Face Quest вы можете найти в описании по плейлисту. Вот, и данная серия посвящена играм престолов, Game of Thrones, как говорится. В общем, это либо игры престолов, либо тролли престолов, называйте как хотите, а мы отправляемся. Здесь секретный уровень и еще 16 уровней как бы есть. Хотя здесь только, как судя по этой картинке, вот 16, да, тут не только игры престолов. Посмотрим. Я, кстати, сами Игры Престолов не смотрел. Я тот самый везучий человек, который будет это делать на старости лет и сразу целиком. Отправляемся, ребят. Отправляемся. Вы мне по пути рассказывайте, пожалуйста, в чем суть вообще шутки. Потому что наверняка это все всякие отсылки есть к сюжету. Вот. Но я-то буду это просто ржать с того, что здесь что-то происходит. А вы наверняка будете вдвойне ржать, потому что это будет происходить, еще накладываться на ваши знания, что там в сериале происходило. Например, кто это... Такой, я даже не знаю. Я, по крайней мере, могу колдовать за него. Это приятно. Что у тебя там за палка? Сейчас какой-нибудь окажется, это великое ледяное копье мудрости. Сейчас мне будут писать в чате, я уверен. О, боже. Понял, что ничего не понял. Так, давай, как обычно, двигать. Я, кстати, не настроил приближение отдаления. Так, смотри, если... О, боже, что это за деревяшка? Значит, мне объяснили, что это белые ходоки какие-то, понимаете? А это какое-то там ледяная скорбь. Хотя я не уверен, что ледяная скорбь. Может быть, меня просто троллируют. Потому что игра Игры престолов, тролли в чате, тролли везде, ребят. Даже чат, смотрите, троллит вас и накладывается на цифру уровня. В общем, полная дичь происходит. В общем, пернули, вызвали будильник. Нажали на солнышко. Зарядка. Гениально. Все, спасибо. Следующий. Зацени бесплатную игру Troll Face Quest, Troll Face Quest Adventure. Я заценивал, ребят. Вы можете заценить у меня в плейлисте. Ссылка в описании. Так, чувак жрет сосиску. О, прикольный плакат. Его можно... Опа, она... Я Гордона Рамзи сделал из него. Я по плакату подергал, и поэтому он Гордон Рамзи стал, или что? Давай вырежем из него что-нибудь. О. И дальше. А, кушай, детка. А, я прошел! Хорошо, а если б я не прошел? В общем, нужно сверху вниз, смотрите. Хоп, на него надеваем Гордона Рамзи, и все получается отлично. Кстати, как я узнал, как эту игру сделали, почему я сказал почему как три раза уже? Четыре. Странное что-то происходит. Так вот, мне сегодня на почту прям прислали, ребята, говорят, чувак, Витек, здорово, ты классный летсплей делаешь по нашим играм. Мы тут новую выпустили, я такой захожу, там вообще ноль скачиваний, ноль комментариев, ноль оценок, вообще ничего нету, просто голая игра. Я такой, да я первый в комментариях тут же написал. И мне кто-то в комментариях в ответ на мой комментарий сразу... Так меня назвали, что я свой коммент сразу удалил, ребят. Я его где-то видел. Нос у него клевый. Ха-х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 а-
Я реально смотрю, нос клёвый, я на него и кликнул. Блин, угар. Да хорош ты в нос чё пихаешь всё подряд, а? Опа! А теперь вот этой рукой. Золотая козюля! Вы посмотрите на его глаза! Вы посмотрите на его глаза, шедевр! Это превьюха будет наверняка. Явно мужик какой-то в платье. Против какой-то енота-медведя пытается сражаться. Это такое было бы в сериале, да? Так, черти какие-то. Засунь ему меч в задницу. А че у него руки-то нету? Ой. Меня опять поправляют. Это не мужик, а Бриена, и это барсук. Скоро новый сезон. Да, да, вот. Вот он уже идет. Новый сезон, ребят. Новый сезон Игры Престолов. Я знаю, как я назову видео. Новый сезон Игры Престолов на неделю раньше положенного срока. Смотреть только сейчас. И вот у нас следующий уровень. Здесь какой-то олень, а здесь чувак с сердечком злым. Что за зеркало? Обляпанное. Так, ну если мимо них нажимать и всякие вещи двигать, то донаты падают. 100 рублей от достопочтимого Ван Ли-э. Значит, нужно делать что-то с чертями с этими. Давай с этим черт. А чего я еще ожидал? Это же Troll Face Quest, боже мой. Конечно, он пернул. Она... Тролль-парад, ребят. Вот этот явно удивился, который слева стоит. Теперь объясняйте мне, что это произошло сейчас. Флешбеки произошли. Я вас понял. Ну, я так понимаю, вот этот актер, который играет вот этого оленя, это он немножко не такой, да? Ну, в смысле, он такой для них, но для нас не такой. Валар Моргулис. Все, понял. Понял. Так, а что с этим? У этого все хорошо. Он активированного угля нажрался, он теперь темные пертки дает. Так. Нет, он не вытащил пиратский флаг, а я уж думал сейчас. У-ху-ху-ху. Хорошо, а теперь нужно что сделать? Мама. А это к чему отсылка? Ну-ка, перни в него. И чё? Теперь объясняйте мне. Я сейчас что-то увидел, мне прям любопытно стало. Пердопризрак. Я понял, что это пердопризрак. Так, мне пишут, это его тень. Это уголь вышел. Нет, погоди, это пердодемон. Нет, погоди, так это тень, пердодемон или уголь вышел? Outlast 3. Вот это я называю шептуном. Дементор? А, дементор. Отсылка к сюжету. Я понял, я пытаюсь от вас сюжет узнать. Что за дичь? Это не дичь, это сюжет. Так, вот поясни. Короче, там жрица родила черного демона, который убмюил чувака. Только тут пернул. Ага, сюжет, говорит, долго писать. Однако мне сейчас написали, нормально. Понял, все. Я просто это специально для тех, кто тоже не в курсе, кто тоже не смотрел. Вот, чтобы они понимали, что здесь происходит. Так, это что, это из Аватара уже, только она зеленая. Отрежь ему что-нибудь, почку вырежи ему. Операция на айфоне. Так, ну мужика можно не клацать, судя по всему, что-то он какой-то пассивный сегодня у нас. Слушай, это камень с Хардстоуна, смотри, вот этот кусок. Страшно? Что это? Она из него какого-то синего демона сделала. Тут точно Аватар, я же сказал, она из него Аватара сделала. Ориджин Короля Ночи. А, как Короля Ночи сделали, да? Пришли темные эльфы, проткнули его черной писюлькой какой-то, и он стал... Все, я понял. Король Льдина, ага.
Мою, говорит, подругу тоже черной писюлькой проткнули, но она синей от этого не стала. Она просто у тебя не каких-то там кровей. Она не в престолах. Она просто обычная. Давай, нажимаю. На нее? Ага, действительно! Че, и все? Он ее просто испугал своим длинным языком? Не, погоди, что-то еще происходит. А, о, а это кто? Объясняйте. Какая-то чувиха мелкая прибежала. Просто надо много тыкать на нее. Он делает ей... Бла-ла-ла-ла. Какой-то мега-артефакт мы разбили, тут приходит какая-то мелкая чувиха. Это Ария Старк. Вот, Ария Старк пришла драконье стекло сметать. Отлично. Так, а это типа он уже преобразился все-таки, или что? Вообще на сцену из Ведьмака похоже, если честно. А, мне страшно. Очень страшно. Ты чё? Нормально. Так, а если на него классность? А, ну то есть он просто его растапливает. А справа налево фигаришь, и тут чувак с огнетушителем приходит. Блин, они прикольно ржут. Видите, я сам справился. Это Джон Сноу. А почему у него горящий меч? Битва с армией мертвых. Джон Сноу сражается с армией мертвых. Все, понял. Против короля ночи. Все. О, это я знаю. Это как ее? Бурерожденная Дейнерис. У нее там титул, блин, на полстраницы, если читать. Я единственный, кого знаю, так это ее. По-моему. Так, это двое из ларца одинаковых с лица. Дракон сожрать. Дракон сожрать. Сожрать, я сказал. Че такое? О, сейчас пернет, смотри. Нет, не в ту сторону. Сорян, чуваки. Жги. Матерь драконов. Ну это я знаю. Просто что за сцена, почему два мужика стоят? Рублей от достопочтимого гвоздь подчеркивания к подчеркивания а. Мы слышали это заклинание. Это было заклинание Пердарис. Я ачивку получил Пердарис, ребят. Надо зажать. Когда два раза набралось, зажимаешь. Пердарис! Блин, ну что? Что тут еще могло быть? Согласен с вами. Очевидно же. Там что, есть какой-то Будда у них? Так, на мышке, на птичке можно зажать. То есть она не сразу активируется. Ага! Нет? А как тогда? А как тогда? Варис птичник, пишут. Слева твиттер. Слева твиттер, да, заметно. Попробуй отдаление. Опа! Сработало. Чё это? Это чё, какой-то режиссер? Или чё? Чё с ним? Погоди. Да, ребят, нужно сделать отдаление. Не зажать, а отдаление сделать. Тогда почему-то птица снимает голову, и тут появляется его воробейшество. Все понял. Видать, такой персонаж есть, да? Его воробейшество. Спасибо, ребят. Слушай, я столько всего нового узнаю, а? Ну что ж, ребят, все хорошее когда-то должно заканчиваться. А оно хорошее, потому что лайк ты уже наверняка воткнул. Ну, первая половина этой игры я прошел, а вторая половина будет уже в следующем видео. Ну, ты не обижайся, как говорится. Просто чуть-чуть подожди, оно придет. Спасибо за твой лайк. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. Всем пока.